Они, наверное, так сразу-то не пойдут. А? Так сразу, наверное, не пойдут. Да, ну, они же любопытные. Так, ну, унесу. Идите, типа. Ну, идите, малыши. Идите, типа. Типа. Идите, малыши. Ну, идите. Я думаю, они пойдут. А они чувствуют, что тебя с ними так? Да не. Ничего не поймать? Я их пропою сейчас. Ты тоже? Завтра с утра. Ну, идите. Свет. Ты чё? Всё, все? Курочки по сравнению с индюками прям совсем. Птенчики. Сами все вышли. Посмотри, какие курицы маленькие. А то сидит, ходит, выходить не хотел. А-а-а. Всем привет, дорогие друзья, подписчики, гости канала. Доделали мы, в общем, в угол с утра уже. Индюша там выпустили их. Вы, наверное, видели в начале ролика, как они выходили. Думаю, вообще побояться идти. Но нет, ничего, они прям так хорошо побежали. Сегодня у нас солнышко, хорошо. Погодка замечательная. И вот первый раз сегодня выпустили их на улицу. 25 июля, получается, им будет уже 3 месяца. Ну, пока им 2,5 месяца. Вот первый раз выпустили их на улицу. Вчера мы их перенесли уже в стаечку. Переночевали они замечательно. Ну и вот сейчас уже вот заделали. С обеда уже выпустили их на улицу. Вот они, красавчики. Поставила им тут воду, вынесла со стаюшки корм. Корм, конечно, едят пока плоховато, но все равно едят. Пусть привыкают. Травку вон уже всю общипали. Нужно травы им побольше сейчас уже вложить. Ну, уже будут гулять хорошо. Может, вот индюшонок большой стоит. Так-то он вроде активный, но вот только на ногах, когда стоит, бывает, поддрагивает. И вот еще один индюк тоже, они так тяжело ходят. Может, на солнышке побудут. Витамин D3 немного повпитывает и акклиматизируется. Но все равно я им наливаю воду сейчас, поставила им воду, сделала туда, добавила и кальций, и D3 витамин. Пусть пьют вечером снова витамин. Пусть гуляет на солнышке. Ну, курочки наши, конечно, против них это вообще как цыплятки.
Огромные вымахали прям. Вот они, красавчики. Съели уже всю траву, которую росла, общипали. Вон, видишь, как? Угу. Ладно, пусть пока гуляет. Будем смотреть в течение дня, как будет себя вести. Нужно еще золы им сюда насыпать. Пусть купаются. Ну, а пока... Песка. Ну, песочек, но золу. Зола тоже будет хорошо. Ну идите, малыши. Ну, типа. Ну, сегодня уже аж бегом, сами бегут. Засиделись. Вот, индюшонок вышел, который плохо ходил. Смотрю, уже лучше стал, прям замечательно. Вот еще один вышел, тоже намного лучше стал ходить, двигаться. Ну все, значит, молодцы. Значит, и на солнышке то, что побывали, хорошо действует. Ну и плюс пропойка кальцием с витамином D3. Поедем сейчас за иван-чаем, нарву им уже травки побольше, привезу. Ну а пока пусть так погуляют. Что маленькие? Надо им, в общем, в какое-то корыце насыпать корму. То что-то корм крупноватый, плохо просыпается. Ну не клюйтесь с этой кормушки. Поэтому надо какую-то другую кормушку придумать. Ну вот так вот, друзья, прошла первая прогулка, прошла удачно. Сегодня вот второй день, выпустили их с утра. Время, правда, еще 6 часов. Здесь такой небольшой тенек. Но скоро здесь будет солнышко. Пока пусть ходят. Главное, чтобы сыра не было. Все, сейчас их всех накормлю. И пусть уже гуляет. Все, друзья, всем отличного дня. И до новых встреч. Всем пока.